Вы кто такой? Прошу прощения. Я вас не знаю. Меня не знает здесь никто. Я здесь случайно. Тогда что нужно вам здесь? На моем корабле? Говорят, вы сегодня выходите в море. Мне не важно, куда вы плывете, мне не важно, зачем, но мне нужна каюта на этом корабле. За хорошие деньги. А что такое, по-вашему, хорошие деньги? Не волнуйся, он вернется. А может быть, он не получил письмо? А, кстати, он читать умеет? Не хами. Прости, не буду. Тогда, возможно, штиль, как состояние души, важнее для него, чем там какой-нибудь пролив. И вообще, что мы знаем о старости? Люди меняются с возрастом так, что потом сами себя узнать не могут. Разве не прав? Отстань, тебе-то что? Ты же просто ворона. Или тоже старая ворона. Она мудрая ворона. Осторожней. Капитан. Из-за чего весь этот эксельбоксель сактельс максель? Ну, не было меня несколько суток. Что мне, тебе на берег сойти нельзя? Принеси мне фуражку. Нет. Фляжку и фуражку. Есть, кап. Морская звезда идет в Гельгию, а дальше, еще дальше. А по пути заглянем в Гассет. Ну что? Ну, а это что еще за сухопуты? Да. Звали? Ну что, не передумай. Нет. Отдать швартовые. Отдать швартовые. Поторопись. Живей, живей, живей. Выбирай помалу. Может быть, я в самом деле старый дурак,
Но поверь мне, что когда-нибудь Господь Бог явит нам свою справедливость. Я верю. Бочки к левому борту. Что ты думаешь о ветре, Фо? А груз на палубу. Хороший ветер, капитан. Хороший. Дай бог всякого здоровья такому ветру. Зюй тост. Недели на две точно. Будет славная погода, была бы славная судьба. А как тебе эти недоумки? Я полагаю, капитан, они могли бы набраться ума, если бы кто-нибудь дал им такую возможность. Ну, так дай им такую возможность. Хватит болтать. Пора отправляться. Все расселись. Вы слышали, что сказал капитан? Или на берег захотели? Желаете присоединиться? Пожалуйста. Присаживайтесь. Благодарю вас. Рому, прошу. За счет заведения. Спасибо. Счет. Начинайте. Ну что ж, неплохо для начала. Наши ставки для вас не смехотворны. В игре мне важен не столько выигрыш, сколько, ну, что-то вроде благосклонности судьбы. А, ну что ж, прекрасный повод разориться. Насколько я понимаю, это и есть бегущая по волнам. Возможно. Необычная картина. Писал любитель, но откуда она у вас? Оттуда же, откуда и яхта. По описи имущества от бывшего владельца.
ушла к вам за долги? Ну, что-то вроде. А где остальные пассажиры? Я был на палубе. Нет никого нигде. А кто еще здесь должен быть? Да кто угодно. Я же не единственный здесь пассажир. Почему вы так решили? Ну, скажем, я видел, как к вам на борт поднималась девушка. К нам! Девушка! У нас тут девушка только одна. Вот это на картине. И то, если сказать прямо, она, как все другие бабы, счастья не приносит, а удовольствия подавно. Морские боги, вы опять со мной. К моему великому сожалению, это какая-то ошибка. Вы единственный пассажир. Но если мы встретим ее на борту, я обещаю вам, я вас с ней познакомлю. И что? Красивая была девица? Как из легенды, что ли? Похоже на нее. Вы так легки, что могли бы добежать до острова по воде. Так и будет. Меморандум. Наше призвание – быть вечными странниками, путешествовать без всякого плана. Судьба сама решит судьбу. Судьба сама решит судьбу? Пусть так. Что дальше? Нет ничего, три острых впечатлений. Чем больше опасностей, тем лучше. Это как сказать, я бы подумал. Что? Ладно, можно не думать. Самое главное – стараться не приносить людям зло. Всегда быть по возможности добрым. Спасать потерпевших крушение – помогать всем, кому нужна помощь,
Да и вообще, просто быть человеком. Записывай. Ну, иногда нужно давать себе передышку и отдыхать от добрых дел. Это что значит? Надо ведь иногда расслабиться, зайти в какой-нибудь порт, дать кому-нибудь морду. Правильно. Для разнообразия можно временно пустить корни в чужой стране, дать якорю обрасти солью, а потом сорваться с места и дать парусу ветер. Простите, что вмешиваюсь, но если вы будете подписываться кровью, то позволю себе заметить, что это у нас единственная приличная белая скатерть. А кто собирается подписываться кровью? Мы и так друг другу верим. Точно. Меморандум супер-пупер. Меморандум, меморандум. Вам бы для начала матросами стать. Чтобы пройти пролив Гассет, нужны не слова, а умения. Я так рада, что ты... Ну, в общем, что ты с нами здесь, на борту, а не где-то там. Где там? За бортом, что ли? Вот наказание за все мои грехи. Бог не дал мне ни дочери, ни сына, но утешил племянницей. Был бы жив свой отец. А чему могу научить тебя я? Разве как ходить под парусом? Вот за это я тебя и люблю, люблю. Не спать, работать. Первый пошел, второй ставь. Ставь второй. Пошел второй. Давай, 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 давай. За груз можешь не беспокоиться, груз я доставлю. А вот пассажирка... Пассажирка мне ни к чему. Моя дерьмовая команда не понимает слова дисциплина. Да и вообще слов не понимает. Никаких. Зачем мне эта головная боль? Малышка хочет деньги. Она заплатит, как умеет. Как она умеет. Как все. Уймись! Малышка жаждет развлечений. Малышка хочет в гильдию. А ну. Давай, 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 работай, работай. А... Подождите. Простите, я ошибся. Что, взыграла кровь? Идите спать. Не стоит искать приключений. Меньше знаешь, целее будешь. Прошу. Сопляк? Правда? Кто меня не любит, долго не живет. Запомни это навсегда.
Пустите меня. Ну, Саша, чего это он? Прекратите! Ну, черт! Это кто такой? Похоже, пассажир. А кто его звал? Отпустите ее! Проваривай, покуда цел. Отпустите! Ну, все. А ты у нее спроси. Она хочет, чтобы ее отпустили. Или нет? Хочу, хочу. Не хочу, не хочу. Вот, хочу, хочу. Я тебе дам. Хочу. Сука. Я тебе дам. Хочу. Остановитесь, или я буду стрелять. Кэп, у нас бунт на корабле. Оружие. У пассажира. У меня на борту так не принято. Дорогой мой, это противозаконно. Вам светит суд и смертный приговор. Да какой суд? Давай вздернем его на рей и дело с концом! Но сначала кинуть крысу в нижний трюм. Не надо к крысам. Он мне нравится. Иди ко мне, красавчик. Тащите его в клетку. Пусть придет в себя. Меня это не интересует. Но в нашем случае, в силу сложившихся обстоятельств, кто ты? Никто. Но я сначала так и подумал. Искатель приключений, никто в погоне за ничем. Но оказалось, что я ошибся. Откуда это у тебя? Обычный амулет. Обычный для кого? Древняя вещица. Я слышал, что была такая. Парящая змея. Занятно. Никогда бы не поверил, не случись то, что случилось. Кто-то погиб? Погиб? Тогда открывай решетку и покончим с этим. Зачем? Ведь закрывал тебя не я. И амулет теперь не у тебя. Ведь так? Он никому не приносит удачу. Не защищает от болезни, от смерти не спасает. Правда? Правда. Ну, конечно. У него другое назначение.
мстит врагам. Кусает, как змея. Карающий, разящий насмерть амулет. Стать твоим врагом все равно, что подписать себе смертный приговор. Но я тебе не враг. Ты даже понравился мне. Чем ты на меня похож? Ну так кто ты? Откуда это у тебя? Наследство. Вот все. Ну, наследство так наследство. Теперь оно мое. С этой игрушкой я далеко могу пойти. Жаль, только не знаю, можно ли тебя отправить на тот свет. Или пока еще нет. Нельзя. А? Как долго сохраняется связь между тобой и этим амулетом? А может, все-таки рискнуть? Или не стоит искушать судьбу? Какого черта? Почему просто не сбросить его за борт? Ты слишком туп, чтобы понять. Иди. А ведь осторожность мне не помешает, правда? Пусть море возьмет на себя труд казнить тебя или помиловать. А мои руки чисты. Я, можно сказать, спасаю тебя от этих разъяренных негодяев. Развяжи его. А ну давай. Давай. Счастливого плавания! Чтоб тебе век суши не видать! Какая неприятность! Он забыл взять весла. Она большая, больше, чем на берегу. На экваторе она больше. Это еще почему? Потому что это экватор. Он к Луне ближе. Ой! Черт, мне что-то в глаз попало. Тебе помочь? Помочь? Спасибо. Я сама. Странное дело. На солнце смотреть нельзя, на луну можно. Можно, если хочешь стать лунатиком. Это правда? Конечно. Запросто можно свихнуться. От солнца бывает солнечный удар, а от луны лунный вывих. Да, может, лучше спать пойдем, а? А то завтра опять ни свет, ни заря. Ёксили, моксили, румпели, стаксили. Пойдем.
что не помыть нам. Ты плывешь никуда между явью и сном. В лунном свете вода тяжело, словно ртуть. Между жизнью и смертью проложен твой путь. День твой тает, как пена на гребне веков. В каждом блеске волны тайны слышится зов. В каждой капле воды видно чье-то лицо. Горизонт замыкает пространство в кольцо. Галс туда, галс сюда, а в итоге никуда. Я всегда говорил, что полнолуние не время для маневра. Лучше лечь на прежний курс. Смотри туда. Там что-то есть. Одноглазая, а видит. Человек за бортом. Лево руля. Есть лево руля. Суидвес, полрумба. Есть полрумба, капитан. Не надеюсь. Спасибо. Похоже, вы спасли мне жизнь. Похоже. Похоже, не то слово. Здесь далеко не часто ходят корабли. Тем более, спасибо. Это вот ей спасибо скажи. Она заметила тебя. Я ваш должник. Ну что же, я не против. Дези, приготовь каюту для нашего гостя. Одеяло, горячий чай, немного рома. Вы что, с бегущей по волнам? С ней что-то случилось? Нет, насколько мне известно, с ней ничего не случилось. Если что-то случилось, то только со мной. Ну, теперь-то с вами все в порядке. Поводите гостя. Ты займись лодкой. Не надо, чтобы Дези знала, что он с бегущей по волнам. Могу предположить с большой долей уверенности, что так или иначе она все равно об этом узнает. Ну вот, пусть будет лучше иначе, чем так. Сначала выясним все обстоятельства, а потом все остальное. Действуй.
Так, правую руку сюда, левую сюда, чуть ниже. Правая руля, четверть румба. Ой. Лучше тебе не рулить. Лучше тебе не командовать. Черт бы вас всех подрал. Вы что тут, спятили? Делать вам больше нечего, чем рулем вертеть. Тоже мне нашли игрушку. Извини, я здесь ни при чем. Он скомандовал, я исполнил. Да нормально я скомандовал. Он перестарался немного. А что случилось? Кто-то упал и умер? Нет. Ничего не случилось, и никто не умер. Где-то видно, чтобы я падал со стула при волнении моря в 2 балла. Что случилось тут? Ёж вам лёж. Какая муха укусила вас в задницу? Лево руля, пол румба. Есть! Лево руля, пол румба. Сухопутый. В общем, недолго плавал и на бегущий. А в итоге получил хороший удар по голове. А когда очнулся, меня, по сути дела, ограбили, посадили в шлюпку без весел. И оставили за кормой. На этом мое знакомство с капитаном Гезом, едва начавшись, закончилось. Да, со всей определенностью могу сказать, он всегда был негодяем. Благовоспитанным негодяем. Ему многое сходило с рук, но это не сойдет. А ваши истории узнают везде, где ставят паруса и бросают якорь. Гес – конченный человек. У моря есть свои законы, и нарушать их никому не позволено. Что дальше? Дальше. Море и жажда. Жажда и море. И что только не привидится ночью в открытом море. А что именно? Там, на борту яхты, в кают-компании, была картина. На ней была изображена девушка, бегущая по волнам к далекому призрачному острову на горизонте. Фрези Грант. Вы о ней знаете? Конечно. Фрези Грант, бегущая по волнам. Девушка из легенды. Из легенды? Когда я ее видел ночью, мне так не показалось. А вы ее видели? Похоже, что так. И не в первый раз. Я видел ее и раньше, в порту. Честно говоря, именно из-за нее я попал на борт бегущей по волнам. Я знаю о таких случаях. Похоже, вы один из тех, кто не дает легендам покоя. Вы их себе притягиваете, оживляете, а они вмешиваются в вашу судьбу. В общем, достают как могут. Похоже на то. В таком случае вы бы могли извлечь из этого немалую выгоду. Но каким образом? Ну, если, к примеру, вам откроет свою тайну легенда про золотую цепь. Вы слышали, как куются в легендах якорные цепи? Иероним Перрон был безумно богат и в гордыне своей. Он из золота чистого, золота цепь приказал откопать для своих якорей. Золото манит нас, золото любит нас, золото. Золото манит нас, золото губит нас, золото. Thank you.
золото, губит нас золото. Но когда на рейде напали враги, человек удачи Иероним Перрон, для того, чтобы просто остаться в живых, этот тебя врубил, обрубил топором. Золото манит нас, золото любит нас, золото. Золото манит нас, золото губит нас, золото. И легла на дно золотая змея, и дошла легенда до наших времен. Как пытался поспорить с судьбой человек удачи Иероним Перрон. Корабли. Что их ждет? Кто их ждет? Что потом? Мир открыт, и волна бежит за бортом. А там, где-то там, где океан встречается с небом. А там, где-то там, встретимся мы. Попробуем другой. Эй, кролик! Поднимайся ко мне! Погуляем! Нашел дурака! Ну что это? Чего? Ничего, я занят! Пойдите. Простите, чтобы беспокоил. С чего ты взял, что ты меня беспокоишь? Да, на самом деле, что-то я не то сказал. Ну так скажи то. Как бы это получше выразить? В общем, в цели повышения моего морского образования и приобретения общих навыков кораблевождения мне жизненно необходимо пройти ускоренный курс такой науки, как картография. Что? Повтори. Нет, лучше не повторяй. Просто скажи, что тебе от меня нужно. Говорят, у вас где-то валяются старые морские карты. А это барахло. Вон там в шкафу достань. Да кому они теперь нужны? Возьми, изучай. Толку не будет, но желание похвально. Reisen und lesen ist gut. Что? Путешествовать и читать очень хорошо.
Ты не засох тут еще? Да. Мы уже на подходе. Приступить к швартовке. Есть, приступить к швартовке.